Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, у нас сегодня с вами глайдинг-тренировка, с помощью которой мы проработаем мышцы пресса. Суть глайдинга – скольжение. Можно скользить на одноразовых бумажных тарелочках, можно скользить на тряпочках из микрофибры, а можно скользить, как я, в носочках. Они очень удобные и очень классно скользят. Наш комплекс будет состоять из 4 упражнений, 30 секунд работы, 10 секунд отдыха, 3 раунда. Давайте ставим таймер и приступать. Присели, ладони в пол. Скользим в планку и возвращаемся в исходное. Скользим, возвращаемся, выдох. Попу не оттопыриваем, не поднимаем. Сделали. Остаемся в планке. Подтягиваем, скользим. Правое колено, левый локоть и наоборот. Поехали. Пресс напряжен. Ладонь параллельно плечу. Выдох. Касание, выдох. Сделали. Следующее упражнение, исходное, также планка. Правая ножка вправо, левая влево и возвращаемся в исходное. Последнее, 4 упражнение. Исходное также. Планочка, носочки вместе, ножки вместе. Подтягиваем обе ножки вправо и влево. Сделали. Это был первый раунд. У нас впереди таких еще 2 раунда. Закончите комплекс до конца обязательно. И помните, что с помощью этого комплекса вы прорабатываете не только мышцы пресса, также вы прорабатываете бедра, ягодицы и даже плечевой пояс. Добавьте этот комплекс к вашим тренировкам и будьте в форме. У меня все. Не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока!